Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как можно зарабатывать на WhatsApp без каких-либо знаний и умений. А также покажу, как получить крайне полезный подарок. Но об этом чуть попозже. А пока что давайте познакомимся. Меня зовут Александр Глухарь. В прошлом я эколог, и последние пару лет я работал на фриланс-бирже. Больше обо мне вы можете узнать на моей странице. Вы знаете про интернет-консультантов? Это работники, которые помогают в интернете, общаясь с посетителями сайтов. Вы к ним с проблемой, а они к вам с решением проблемы. Все просто. Но интернет-консультанты – это обычные люди. Им нужно платить зарплату, они должны отдыхать, спать, уходить на обед, в отпуска, да еще и в декреты. Короче говоря, для бизнеса работник-человек – это не подарок. Поэтому умные люди придумали использовать вместо людей виртуальных помощников – роботов. Роботов, которые не спят и работают 24 на 7, которым не нужно платить деньги. В отпуск они не уйдут, да и с обеда на 5 минут они не опоздают. Сказка для начальника, правда? Вы слышали об Алисе от Яндекса? Вот это и есть пример виртуального помощника. Или «Окей, Google». Это все бездушные машины, которые помогают человеку через интернет. Да и не только. Однако подождите, ведь создать такого виртуального помощника невероятно сложно, а стоимость разработки подобной системы переваливает за миллион рублей, если не долларов. То есть зарабатывать на создание таких роботов могут только крупные компании, а нам, простым людям, что, остается просто смотреть, как они гребут огромные деньги с новой ниши? Я тоже задался таким вопросом. Мне было интересно, а как с этого заработать денег? Вот простому человеку, такому как я, не программисту, не технарю, не бизнесмену с опытной командой, а обычному человеку, причем без каких-либо средств для вложений в интернет-заработок. И я нашел, что искал. Бесплатный конструктор виртуальных помощников для WhatsApp Zenio. Конструктор, потому что крутые программисты уже все настроили за нас. Нам остается только менять тексты, показывать чат-бота покупателю и получать за это деньги. С этим справится даже ребенок. Настолько все просто. При этом какие-то навыки вообще иметь не нужно. Ниша-то новая, а конкурентов для оказания услуг бизнесу сейчас практически нет. Так что чат-боты разлетаются, как бутылки с водой в Африке. И я на своей странице, кстати, показываю, как заработал 12 тысяч рублей буквально за пару часов, всего с одной сделки. И с этой сделки я очень долгое время буду получать пассивный доход по паре тройки тысяч рублей в месяц, буквально лежа на кровати. А если подобных сделок в месяц будет 10-20, мало того, что вам платят за настроенного чат-бота в среднем по 10 тысяч рублей, так еще и бонусом вы будете получать пассивные дивиденды. Кстати, о подарке. Я же обещал вам дать подарок. На своей странице курса WhatsApp деньги я даю аж 25 настроенных и подготовленных шаблонов WhatsApp ботов для разных бизнесов. С моими шаблонами вам вообще не придется что-либо придумывать и изобретать. Остается только заполнять данными, которые будут получены по инструкции, и получать с этого солидный и, что самое главное, стабильный пассивный доход. Все крайне просто. Если же вы не совсем поняли, о чем идет речь, то читайте мою страничку. Я на ней все подробно разложил по полочкам. И жду вас в своей команде. Вместе мы будем зарабатывать еще больше денег с интернета. Доброго времени. Хотел бы показать, что получает мой ученик после того, как приобретает курс. Ему присылается ссылка на вот эту страничку. Здесь мы видим, что это тариф базовый. Здесь есть вкладки с определенными уроками, которые я записал. Давайте нажмем, посмотрим. Вот вы видите, да, что все работает, все видео, которые здесь есть, они записаны мною полностью. И к некоторым видео есть определенные дополнения. Вот видите, здесь есть такая кнопка «Дополнение к уроку». Если вы на нее нажмете, то вам выйдет вкладка, в которой есть определенные инструменты для дальнейшей вашей успешной работы. Вот здесь, например, есть все шаблоны. Нажимаете на «Скачать», переходит вам ссылка, и, соответственно, вы скачиваете и пользуетесь в моем курсе вот этими шаблонами. Здесь также есть отдельные видео. Это прям полностью схема заработка от А до Я. То есть, если мы на нее нажмем, здесь двухчасовое видео, как я нахожу клиентку фактически в прямом эфире. Соответственно, создаю ей чат-бота, вот этого виртуального помощника, и получаю деньги уже на свой собственный кошелек. То есть, можно на полном примере увидеть, как правильно все это делается. Ничего сложного там нет, поверьте. Здесь также мы видим, есть другие уроки. Здесь вот мы знакомимся с чат-ботами, настраиваем. Публикуем, ничего сложного нет, это все пошагово, я показываю в своих видео от А до Я, как это правильно делать. Просто смотрите и, соответственно, выполняете. Ничего нового придумывать не надо. Также после этого идет секция с тем, как правильно получить денег.
То есть это вид монетизации. Здесь есть пассивные продажи, есть активные продажи. Это пассивные для тех, кто ленится, да, можно и так, например, зарабатывать деньги даже по этой схеме. Есть активные продажи для тех, кто хочет больше денег, те, кто хочет, соответственно, сразу же зарабатывать очень достаточно крупные суммы, да. Я даю в том числе ресурсы, где люди сами ищут вас как исполнителя. То есть эта тема новая, эта ниша только-только приходит на наш русскоязычный рынок, и людям нужен вот этот инструмент, виртуальные помощники. Я показываю ресурсы, где люди прям именно хотят вас получить как исполнителя. А вы просто берете мои шаблоны и создаете по этим шаблонам ему виртуальных помощников и, соответственно, получаете с этого хорошие деньги. Также здесь я даю вам готовую схему в подарок, это как бонус, и очень важное видео от меня для того, чтобы вы больше поняли, как правильно работать по моему курсу. Соответственно, это базовый тариф, есть также, вот, например, у нас продвинутый тариф. Здесь этот тариф настроен на тех людей, которые хотят получать еще больше денег. Это так больше развернуто, скажем так. Продолжая наш эфир с клиенткой. И тут нюанс был заключен в том, что мы созвонились с ней вот вчера как раз. То есть, когда я ехал по делам, у нас с ней был телефонный разговор. И, к сожалению, его записать было невозможно. Но на самом деле могу вам сказать, что ничего такого там серьезного не было в разговоре. Просто она задала вопросы по поводу чат-бота, как он настраивается, там технические всякие нюансы спросила, про вот конструктор ссылок, как он будет работать. Ну, в принципе, я все это показывал в видео до этого, и я объяснил ей точно такими же словами. Да? Вот, кстати, я советую ученикам всем, кто будет связываться с клиентами, также все-таки желательно связываться по телефону. Все нюансы, которые есть, они все у вас объяснены в видео. Я просто их объяснил ей своими собственными словами. Ничего такого не, скажем так, не добавляю, не убавляю. Поэтому она, в принципе-то, поняла, что ей это подходит. Но она такая достаточно грамотная такая девушка. Поэтому никаких проблем у нас в разговоре не возникло. Я, кстати, с ней поговорил по поводу обслуживания. Она, в принципе, согласна и на обслуживание. То есть там с деньгами мы разобрались. По стоимости тоже ей все подходит. И поэтому вот мы как раз-таки обговорили именно проблему вот оплаты в том числе. Да, вот я с ней так, как, когда разговаривал, я так не помню точно, но смысл в том, что она, когда вот почитала, убедилась, да, то по поводу налогов она что-то там не поняла. Вот. Она вообще работает как ИП и хотела бы эту оплату как по налогам пустить. Вот. То есть не по обычному безналу, а оплата вот ИПшной картой. У нее какая-то, по-моему, банк точка, что ли, вот я точно не помню. Я ее, в принципе-то, особо так и не понял, то есть что она хотела от меня. Но по сути-то мне не важно. То есть если клиент хочет оплатить картой, но не переводом карту-карт, да, а оплатой с карты, то вообще всегда можно использовать киви-кошелек. Вот. То есть как эквайринг для физического лица. Сами понимаете, что... Ну, эквайринг это как вот проведение транзакции, да. Вот. То, что можно сделать и таким образом. Главное, чтобы получить деньги. То есть это самое главное, как основа фриланса для нас, да. Вот. Поэтому я тут заранее ей записал, как можно перевести фактически деньги на мой Киви кошелек с карты. Вот. И я хотел отправить вот тоже вот приветственное сообщение с этим вот видео. Поэтому давайте его как раз привяжем, напишем. Так, вначале надо привязать, я уже сделал. Так, видеозапись давайте загрузим. Вот, как делать перевод. И давайте сразу и напишем сообщение приветственное. Обещал, там все просто. Но главный нюанс тут вот, что если вы уже так оплатили, что такое-то. Что-либо. Так, ну это вот и то, что обещал. Ну и сразу же давайте вот я и напишу, что
сразу же после оплаты, то есть мы уже подошли уже к этой точке. Вот. И вот как раз этот вот приветственное, то есть сообщение и вот это вот видео, да? Давайте и пошлем. Вот. Тут, в принципе, это видео, оно стандартное, показывается, как вот переводить. Вот. Сколько денег, да, как мы договаривались. Вот. Ну, а дальше давайте посмотрим, пока что она нам ответит и, соответственно, будем продолжать наш диалог. Надеюсь, я вообще удивлен, кстати, что она мне ответила сразу же, да, вот. Ну, то есть, там, через некоторое время, понятное дело, там, на следующий день. Я думаю, что она, может быть, и подумает, и откажется. Но здесь, видимо, сыграл тот роль, что ей понравилось. Реально понравилось, это крутая штука для ее бизнеса. Это будет очень хорошее дополнение, да, как по продажам, так и по увеличению денег. Поэтому очень круто, что человек заинтересовался. Продолжаем, друзья. Вот она нам как раз уже ответила. Вот, написала, видите, здесь. Ага, все посмотрела. А для этого мне надо регистрировать Kiwi кошелек этот. Ну, ей нет, ей не надо. Так, давайте так. Нет. Просто повторите по инструкции. Неправильно написал. По инструкции. Kiwi кошелек для этого не нужен. Kiwi кошелек для этого не нужен. Вот. То есть по видео там просто переводится обычным образом. Вот. Так что, по идее, вот, наверное, она должна. Может, какой-то еще вопрос спросит. По идее, по нашей договоренности мы уже должны были перейти к оплате. А там посмотрим сейчас. Если что, всегда можно дальше прозвониться, созвониться и уже решать вопросы по телефону. Ага. Вот, видите, окей. Перевожу тогда, как договаривались. Да? Так, сейчас. Так, давайте так напишем. У меня все готово. Под передачу. Мы так напишем. Ага, все, перевожу. Отлично. Так, ну а теперь можем, наверное, подождать, что там у нас получится, и уже, соответственно, посмотрим это в реале, сколько там как у нас пойдет. Отлично. Будем ждать. Да, я заранее зашел. Заранее зашел в Kiwi, чтобы было точно понятно, что это мой кошелек, понятное дело, да? Здесь вот сбоку мой номер телефона, который я даю в своем курсе. Это мой, настроенный под курс, под переводы, да, тут как вы видите. Сейчас мы как раз, надеюсь,
Получим перевод от нашей клиентки. Подождем. Потому что, наверное, не сразу получается. Из-за того, что вот первый раз, может быть, да, я специально записал видео. Для того, чтобы она не напрягалась. Мы будем ждать, пока переведет. Так. Посмотрим. Пока что-то, к сожалению, Киви не переводит. Она пока тоже нам ничего не пишет. Очень странно пока. А, вот что-то пишет, да? Пока перевода не было. Странно. Ну ладно, будем решать. По факту я, конечно, ей уже сделал чат-бот ее, да? Вот. Он уже зарегистрирован на номере, а вот она как раз нам уже написала. Александр, что-то не получается, давайте я позже тогда сделаю все. Ну хорошо. Давайте что-то. Ну хорошо. Давайте позже. Если что. Ну, давайте так. Давайте позже тогда. Раз такая ситуация. Ну, значит, что-то опять не получилось. Но это значит, надо решать, если она, у нее что-то не получается. Ну, надо тогда будет ей либо позвонить, либо может она мне позвонит. Тогда до связи. Да, хорошо. Мне тут даже было, отвечали. Если что, звоните, я подскажу. Давайте как. Или скажите, я перезвоню и все решим. Вот так. Ну окей, ну не получилось в этот раз, значит получится другой, значит будем решать вопрос. Может быть что-нибудь она передумала, например. Хорошо, спасибо. Ну да, может быть бывает, что передумал человек в последний момент, когда переводит деньги. Но надеюсь, мы эту ситуацию дожмем. Если она не перезвонит, тогда я перезвоню и постараюсь уже как бы эту ситуацию довести до конца. Ну, давайте дальше тогда переходить. Друзья, на самом деле вот я только-только вот ей позвонил. Ну, подумал, что реально надо как-то все-таки дожать. Она ответила. В общем, в принципе, все нормально, там ничего такого серьезного не было. Вот, то есть все хорошо. И она сейчас должна была вот все-таки нам вот перевести. Вот она вот как раз пишет. Давайте посмотрим. Во, друзья. Вот. Есть. Александр, я платил, все получилось. Я вижу. Вот он как раз. Вот, друзья, вот. Оплата 8000 рублей. Вот на мою карту. Вот мой номер телефона. Вот мой Киви. Все получилось. Слава Богу. Все-таки, как вы сами понимаете, надо дожимать. Надо всегда идти вперед, как я вам и говорил. От этого становится только радостно на душе. И, соответственно, я и объяснил уже, когда мы говорили, что я пришлю и, соответственно, и ссылку, и все, значит, эти, все вещи. Потому что я уже настроил, я уже вот уже, я говорил, что я уже настроил ее шаблон
Вот, ну, как не шаблон, а уже, я же не сказал шаблон, я сказал, что это изначально я буду делать этот бот как программист. Но ей уже все понравилось, я сейчас уже все переделал, настроил под ее бизнес WhatsApp. Вот, и, соответственно, она очень все правильно поняла. И видите, как все у нас хорошо получилось, что она все грамотно настроила, все грамотно сделала. Она большая умничка, видите, перевела денежку за то, что я сделал такую большую работу. Я так думаю, что в принципе-то у нас все очень грамотно удалось. На самом-то деле, как я вам хотел сказать, что здесь ничего сложного нет. Вот. То есть вы все сами делаете по моим шаблонам, по моим инструментам, по чек-листам, связываетесь с человеком и отдаете ему, соответственно, ее бота. Вот. Соответственно, сейчас ссылка на конструктор. Вот она. Сейчас я ей копирую, я ей этого бота я ей переведу. Соответственно, это будет ее бот. Главное, что оплата поступила, и все у нас отлично. Так, давайте ей сейчас напишем. Так, да, я вижу. Так, вот, давайте напишем ей, что все пришло. Ссылочка уже конкретно на ее уже готового бота. Так. Так. Ну, давайте поблагодарим. Я просто сейчас рад очень сильно. Ну, это как, потому что деньги. Всегда деньги, это очень хорошо. Так, надеюсь. Давайте так напишем бот. Здорово. И вам поможет. Давайте так вот смайлики такой поставим. Я все сделал, как нужно было сделать, да? То есть все работает, все у нас, как мы сами видим, все замечательно. До этого мы с вами уже видели. В принципе-то снимать это не имеет смысла, да, по 100 раз, потому что все это видели. Как я настраивал, как я подключал, это все уже есть, вот, это все работает, и у нее все работает. Поэтому сами понимаете прекрасно, что показывать по там, миллиарду раз одно и то же, это просто не имеет смысла, что видео будет очень-очень большое. Главное, что деньги вот поступили. Все работает, все отлично. Вот. Как раз так же, как мы и договаривались. Да, я, кстати, по факту мы с ней, когда разговаривали по телефону, я в том числе и упомянул по поводу обслуживания. Напомню, да, что я уже про это говорил. То есть обслуживание, оно, ну, по-разному можно, да. То есть можно брать, там, в зависимости от того, какая у человека ситуация, какая там, какой бизнес. Это может быть, если ногтевой сервис, то поменьше надо брать. Если там какой-то большой бизнес, то побольше надо брать. Но вот мы с ней договорились, по идее, там, за 2000 рублей в месяц, да. Вот. То есть это, я думаю, нормально. Вот. Что такое обслуживание? Это какие-нибудь бонусы, да, там, вот, какие-нибудь добавить цены новые, или какие-нибудь услуги новые, либо что-то переписать там внутри. То есть сами понимаете, что это все очень легко и просто. То есть это, сами понимаете, это, ну, ерунда. А все делайте по шаблону. Если что-то у вас не получается, это мой вам совет, заходите на подобные сайты, я все уже про это говорил, но повторюсь еще раз, это как еще плюс бонус от меня, да, и читайте, что там написано. И, соответственно, копируйте это, да, как-то переделывайте под себя. Вам это очень сильно поможет. Вот, то есть люди будут смотреть, и им очень должно просто нравиться. Вот, потому что, ну, вы сами даже видите по этому примеру, что сразу человеку понравилось,
И все отлично, все сразу. Да, ну я уже это и скидывал, в WhatsApp я уже скидывал. Ну, видимо, наверное. Так, ну видите, она вот написала, что да, работает, вот, доступ к личному кабинету, я уже скидывал. Ссылка на личный кабинет, логин. И пароль уже в WhatsApp. Сейчас я подправлю. Туда сразу скинул. Так, конструктор ссылок. А ну конструктор ссылок это вот та. Давайте скопируем. На, ну да, я говорил про это тоже. Ну, пускай будет и как дополнение. Там все просто. Давайте так напишем и номер и давайте напишем, что если еще вопросы будут, то я на связи. Так, то я на связи. Так, что еще нам здесь можно? А, ну давайте как раз вот напомним, да, то есть Вероник. Так, а про обслуживание. Ну, это так называемый пассивный доход, да, на который мы выходим. Так, на что, ну, 2000 мы с ним обсуждали. Нет, нормально. Ну, окей, вот так вот пойдет ей. Так что вот так вот, друзья. Вот еще раз давайте посмотрим. Вот мой номер телефона. Вот деньги, которые я получил от нее. Все замечательно. Вот этим числом. Все у нее получилось. Надо всегда действовать. Надо всегда, если что-то не получается, то, соответственно, самому решать вопросы какие-то, да? То есть надо обязательно идти вперед. Вот. Если человек, например, как-то сомневается. Ну, бывают такие моменты. Я еще раз повторюсь, что вот вроде как бы уже все. Деньги уже вроде как бы готов перевести. Но не может, да, что-то вот там вот мешает ему, какие-то там нюансы. Ничего страшного. Просто сами звоните, сами говорите с человеком, обсуждаете вот эти все вопросы и просто уговариваете, да. Если не получается там по переписке, то надо голосом, естественно. Ничего сложного нет, поверьте, просто нужно говорить обычные простые вещи. Там. Может быть, чем-то что-то помочь, может быть, давайте как-нибудь я вам подскажу. Там, может быть, у вас какие-то есть сомнения, давайте я их развею. То есть это стандартно. У вас также будут скрипты указаны в шаблоне, но никогда не забывайте о том, чтобы какую-то вот импровизацию. Да? То есть это всегда должна быть импровизация. Должна быть импровизация. Она вот что-то напечатает, сейчас она посмотрит. Но про обслуживание уже говорили, да, то есть это в телефоне, я все уже обсуждали мы это. К сожалению, там прямого вот такого эфира я не смог записать, но это не должно быть здесь, понимаете? То есть главное, что все у вас должно получиться. Так, вот она нам сбрасывает, да, я все вижу, спасибо. Если что, буду приставать к вам с вопросами. Александр, забыл спросить, а в августе уже надо платить? Им же по факту... А, я им же по факту не пользовалась. Да нет, конечно, нет. Так, сейчас. Нет, не надо. Вот так вот, давайте напишем. В сентябре. Первая оплата.
Ну, так давайте, без смайлика. Да. Так что... То есть она думала, может, уже за 2 месяца? Нет, конечно, конечно, нет. Какие 2 месяца, если вот только сейчас вот начинается сентябрь, поэтому в сентябре первая оплата пойдет. Нормально, ну то есть вот уже как раз постепенно. Хорошо, спасибо еще раз. Да. Да не, до свидания. Приятно было. Ну давайте еще раз. Приятно было с вами. Приятно было с вами посотрудничать. Звоните. Звоните, если что. Вот так вот. Ой, что-то я неправильно написал. Ну так, давайте вот. Приятно было с вами посотрудничать. Звоните, если что. Ну вот, друзья, вот, в принципе, у нас очень все грамотно получилось. Все мы провели. Вот оплата. Все есть. Все сделано. Бот работает. Все мы сбросили. Эти деньги можно вводить уже куда угодно. Главное, что они поступили на ваш счет. Вот это принцип фриланса. Это как раз получается фактически. У нас сейчас с вами фактически полный прямой эфир от А до Я. Я вам прям полное погружение дал в свой курс. То есть вы должны просто... Вот она еще пишет. Да, спасибо. Вот. То есть... Полный курс, полное погружение. Вы должны просто действовать по моему шаблону, по моим всем инструментам, по скриптам, не отклоняясь. И, естественно, если у вас есть какие-то там нюансы, то необходимо проводить, ну, скажем так, как это правильно сказать, ну, какую-то импровизацию, какую-то, знаете, вот не шаблонную какую-то вот речь, да, вести. То есть, чтобы вы были как специалист. Но сами видите, что все прекрасно работает, что деньги вот они поступлены, все здесь работает, вот это мой личный кабинет, можно там вот посмотреть, да, вот оно здесь все, все есть, деньги тут, клиентка вот здесь, все прекрасно, полный курс, полное погружение, а это нам как раз и нужно было, да, то есть я вам показываю на собственном примере, что и как делать. Вот это полный пошаговый алгоритм моего курса. Спасибо большое. Это очень здорово, что мы с вами дошли до вот этого шага. У меня вот, если честно, сейчас на душе очень прекрасно, что все так замечательно получилось. Спасибо большое. Спасибо. Ну и, соответственно, увидимся.